Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Ориона, и мы продолжаем выживать в Empire and Galactic Survival. Я все еще нахожусь на заснеженной планете и хочу вынести вон ту базу. Целимся в пушку. Можно, конечно, поближе подойти, а то вдруг ракеты не долетят. И огонь, ракеты пошли. Есть попадание, еще раз. Пушка уничтожена. Вижу еще три, даже четыре пушки. Целимся. Огонь. Расстояние нормальное. Мы до пушек достаем, а пушки до нас не достают. Это замечательно. Так, вторая пушка уничтожена. Огонь. Получается, четыре ракеты и пушки нету. Здорово. Еще раз огонь. Отлично. Последняя осталась. С этой стороны последняя. Есть. Огонь. Все, пушка уничтожена. Там, конечно, есть по бокам пушки еще с другой стороны. Может быть, их тоже уничтожим? Давайте-ка обойдем базу. И подберемся с другой стороны. Надо повыше немножко взлететь. Кнопочка F6, чтобы нам не мешали всякие надписи. Так, пушечка, вон она. Слишком близко я подлетать не буду, чтобы она меня не увидела, эта пушка. У, даже две. Ладно, не проблема, сейчас все уничтожим. Ракета у нас есть, огонь. И еще разочек огонь. Уничтожила. Ну и теперь, наверное, последняя осталась пушка. Хочу посмотреть, что это за база. Не помню, чтобы я такую захватывала. Отлично. Ой, зацепилась за дерево. Сейчас, ребята, выровняю корабль. Так, стоп, стоп, стоп. Пулеметы надо отключить. Они мне пока что не нужны. Все отключено. Так, стоп, кто-то по мне палит, а кто? Не могу понять. Где-то там какая-то турелька, но я ее из-за темноты не вижу. И вон еще одна пушка торчит. Давайте-ка мы ее тоже вынесем. И еще разочек. Ой, она открыла ответный огонь. Уходим. Все, пушки нету. А где же там какая-то турелька? Вот не видно ее. Отсюда. Видела, что стреляет. А где она стреляет? Где-то здесь. Ну-ка, давайте-ка пульнем разочек. Все, турельки нету. Корабль, наверное, я не буду выключать. Пойдемте заглянем по-быстрому. Не поняла, что это у меня здесь творится такое. Все раскорежено. Кошмар какой-то. Как они сюда попадают? По идее, снаряды летели в нос корабля. Почему же здесь-то все раскорежено? Так, все, починила. Починила. Пойдемте. Знаете, что я забыла? Кислородом заправиться. По-быстренькому заправимся. Чтобы потом не возвращаться. Подышали.
как приятно снежок хрустит под ногами. И ветер такой завывает. Так, что у нас за база? Кто здесь есть? И где здесь вход? Роботы? Да, роботы есть, я слышу. Блин, ах ты гаденыш. Гаденыш такой с пулеметом. Сейчас я тебя пристрелю, собака такая. Перезаряжаемся. Как же все-таки не хватает фонарика на снайперской винтовке? И где-то лязгают роботы. Дробовичок. Перезарядка. Роботы, скорее всего, где-то там. Интересно, насколько большая эта база? А, вот они, роботы стоят. Вот они, маленькие. Достать меня не могут из-за стекла. Ладно, пойдемте в дверь. Заломимся на эту базу. Дробовичок. И снайперка. Снайперка выносит с одного выстрела этих роботов. Так, здесь у нас контейнер. Так, роботик меня все-таки достал. В контейнере всякое барахло ненужное. Так, вот еще один. Не поняла. Это он в меня стрелял? А, там их двое, двое, точно. Зараза. Перезарядка. Думаю, что ж не стреляю. Патроны кончились. И давайте-ка бинтик используем последний. Все, бинты закончились. Теперь можно использовать аптечки. Аптечечки. Так, запчасти, патрончики. Мне нужен фонарик. Хорошие роботы. Ресурсы ценные дают. И патроны. Так, спавнилка. Уничтожить. Еще дверь с этой стороны. Светает, что ли? Или нет? По-моему, посветлее стало немножко. Перезарядка. А там, ребята, улица. Это, наверное, вся база? Или я где-то что-то не заметила? Да, здесь у нас улица. Просто я здесь... О! Обалдеть, там турельки и роботы. Я здесь ракетами разбомбила с корабля, с большого. И турелька. Ух ты, собака достает. Перезаряжаемся. Так что ж ты будешь делать-то? Аптечка нужна. Вообще, по идее, надо уничтожить ядро. Так вот, где его здесь найти? Это ядро. Да, точно, ребята, светает. На улице становится светлее. Сейчас будет попроще искать, осматривать. Ядрышко, ядрышко, где же ты спряталась? Насколько высокое это здание? Дайте-ка я посмотрю. Может быть, здесь есть второй этаж? Хотя нет, не похоже. Нет, маленькое здание. Ну, пойдемте уничтожим эту турельку вредную. Где-то здесь она по мне палила. Или это робот был? Нет, это все-таки была турелька. Так, как мне тебя вынести? Есть.
Турель мы взорвали. Еще раз аптечку. Пусть лучше здоровье будет всегда на максимуме. Так безопаснее. Спавнилка. Ага, генераторы. Значит, где-то здесь должно быть ядро. Попадаю хоть? Да, попадаю. И сразу же перезаряжаемся. Вот оно, ядро. Я его вижу, надо его уничтожить. Ну, перезаряжайся быстрее. База отключена. Теперь здесь ничего не работает. И мы можем разбирать все с помощью мультиинструмента. Так, роботик, у тебя что есть? Запчасти для меня. В контейнере. О, мясные консервочки. Да ладно. Нас наконец-то мясом решили накормить. Расширенный конструктор. О, вот это я возьму. Пусть будет запасной. Давайте-ка возьмем место... Например, клыков. Нам клыки уже не нужны. Аварийный паёк возьму. У меня же есть еще грибочки. Хорошие грибочки. Но ими можно отравиться. А так как можно использовать как аптечку. И еще два контейнера. Топливный бак К3. Ремонтный отсек. Да, вот это бы тоже надо взять, как запаску. Возьму. Большой патронный короб. Большой генератор. Ой, что ж ты будешь делать там? Давайте тогда ресурсы оставим, вот эти вот ненужные. Возьму лучше генератор. Проводку оставлю. Эреструмовый слиток возьму. Инъекция адреналина, одна штучка. И вот этот мох тоже можно, грибы выложить. Не хочу травиться. Пусть будет так. Во втором контейнере золотой слиток, плазменная турель, стыковочный узел, двигатель для парящего судна. Так, синий квадратик, да, над ними? Синий квадратик, да, это все для парящего судна запчасти. Но парящее судно я не хочу создавать, так что оставлю все это дело. Мне вполне хватает маленького корабля и большого. Сейчас даже и маленький-то не нужен корабль с таким судном большим. И еще мы с вами хотели полететь вот на эту базу. Сейчас, ребята, слетаем. Последняя база, наверное, на этой планете. И попрощаемся с ней. Можно будет лететь куда-то в другое место, на другую планету. А так я смотрю, в принципе, базы все однообразные. Везде одни и те же мобы, везде одна и та же охрана. Это турельки, это роботы и это эти пулеметчики. Так что не думаю, что стоит все базы на всех планетах нам рейдить. Просто посмотрим, полетаем. Поднимаемся вверх. И, по-моему, нам в эту сторону. Сейчас сверю с картой. Нет, не в эту. Немножко левее. Все, прямо по курсу появится база. Нужная мне. Просто название какое-то интересное. Я хочу на нее посмотреть. Если это будет такая же мелкая база, то, наверное, ее трогать не будем. Просто полетим сразу же куда-то в другое место. Это она? Ну-ка. Нет, на такой базе я не помню, что была. Давайте мы ее зарейдим. Как раз у нас день, хорошо. С одной стороны. Не придется в темноте бегать. Вижу пушку. Кнопочка 1. Огонь. Пушка получила. Еще разочек. Пушка уничтожена. Так, здесь вроде бы тоже пушка стоит. Ой-ой, по мне уже огонь открыли. Отходим, отходим, отходим. Слишком близко подошла. Так, кто по нам стрелял? Так, которая пушка? Вот это вроде бы. Надо ее уничтожить. Она меня спалила. Все, пушки нету.
Этой тоже нету. И последняя. Вроде бы последняя. Отлично. Отлично, ребятки, справились. Подлетаем медленно. Вдруг я где-то пушку еще пропустила. Нет, вроде бы никто не стреляет. Можно приземляться. Приземляться и осматривать эту базу. Да, такую я еще не видела. Садимся. Пойдемте на выход. Что там с кислородом? Можно подзаправиться по пути. И надо перекусить. Кушать будем консервы. Кнопочка 8. Паразаврики ходят. Пойдемте полюбуемся. Трогать я их больше не буду. Спасибо вам, ребята, за ваши подсказки, за ваши комментарии. Оказывается, молоко у нас добывается с мулов. Мулы находятся, как мне написали, на планете Аква. Так что, если понадобится молоко, слетаем туда. Такие хорошенькие. Хочу их сфоткать. Кнопочка F6. И F12. Пусть гуляют. А нам надо идти на базу. Со снайперкой. Тут у нас горячие источники. Вода не замерзает. Хотя температура здесь под 40 градусов. Судя по описанию на Википедии. Здесь очень-очень холодно должно быть. Я уже слышу каких-то тварей. А вон он ходит. Тоже пулеметчики, все те же самые твари. А они дышат у нас кислородом, как мне написали. Эти пулеметчики. Слышу, хрюкают, булькают. Он уже меня увидел, стоит. Чё стоишь, смотришь? Открывай дверь. Не хочет. Так, придется вламываться. Перезаряжаемся по-быстрому. Так, 4 аптечки. Какой он щедрый. Инъекция адреналина. Вещь хорошая. Может быть, заменить, например, на что? На вот эти вот части металлические. Их скрафтить просто. Где ж ты хрюкаешь? Я тебя не вижу, но я тебя слышу. Так, и спавнилка. Да, очень богатые мобы на лекарства и еду. Так, вижу лифт. Спуск, наверное, куда-то вниз. Возможно, это большая база. Возможно. Сейчас как вниз спустимся, а там целые лабиринты. Да. Мы нарвались на какую-то большую базу. Так, здоровье нормально? Нормально. А! Лучше пистолетом, наверное, их перебить. Сдохни, тварь. Когда близко подходит, страшно становится. Спавнилку, спавнилку. Срочно вынести спавнилку. Патрончики, еда, патрончики. Просто на больших базах, я заметила, есть контейнеры. Такие красненькие. А в красных контейнерах у нас очень хороший дроп попадается. Какие-то вот эпические вещи. Вот я там нашла эпическую снайперскую винтовку. Поэтому большую базу я с удовольствием полутаю. Ради какого-нибудь хорошего оружия. Здесь роботы, 3 штучки и спавнилка. Не поняла, что ж так долго дверь уничтожается. Хорошие роботики.
давайте-ка мы эту спавнилку попробуем уничтожить с пистолета. Посмотрим, насколько это будет долго. Получается одна обойма. Целая обойма. Просто у меня столько много пистолетных патронов, я не знаю, куда их девать. Ух ты, еще один там лезет. Пулеметчик. А неплохо тоже с пистолета-то. Не такой уж он и слабый. И фонарик у него есть. Еще один. Это они там от страха, наверное, трясутся, бедняги. Таблеточки, адреналинчик. Надо аптечку заюзать. А, полегчало. Сколько у меня патронов? 861 патрон. Серьезно? Да, ребята, надо тратить под пистолетные патроны. А то они у меня накопились сами по себе. Я их не крафтила, а чисто лутала. Они мне нападали. Где-то хрюкает. Контейнеры пустые. Перезарядка. А, тут дверь. И дверь тоже выносится с одной обоймы. 15 патронов. Где же вы, тваринки-то? А, вон, за той дверью. Там пулеметчик ходит. И спавнилка. Зарядка. А! Кто там? По-моему, пулеметчик был. Сейчас я ему задам. Зараза такой. Закемперился там, спрятался. Так, этих я лутать не буду, с них падают только когти. Когти и части инопланетянина, которые мне не нужны. Что еще хорошо с пистолетом, я заметила, не надо близко подходить. Допустим, с дробовика же нам надо близко подходить, или я ошибаюсь? А с пистолетом можно издалека выносить все эти спавнилки. Кто это? Ах ты тварь. Как же они любят где-то засесть и потом пугать меня. Спасибо за консервочки. Где-то еще хрюкает. Так, барахло ненужное. А вон, вижу дверь. Смотрим, чтобы не было турелек. Да, ребятки, база действительно большая. И мне это нравится. Мощная решетка, фиг выбить. Давай, 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 давай. Нет, не хочет выбиваться. Мы дверь быстрее выбили, чем решетку бронированную. Где он аж спрятался? Не успела убить. Пойдемте к нему спустимся. Еще один. Аптечка нужна, срочно. Что-то мне нехорошо. Столпились там.
Это он через решетку стрелял? Да он просто читер. Я вот так не умею. Хотя нет, это не он. Так, нужна снова аптечка. Это, оказывается, другой стрелял. Вижу, вижу вас. Есть, в голову попало. Теперь надо их полутать. Ой. Патрончики. Еще одна спавнилка. И где-то роботы лязгают. Ой, ребята, еды у нас просто завались. Даже готовить ничего не надо. Вообще ничего готовить. Выращивала, получается, всякие овощи. А у нас только консерв много. Что даже ничего готовить не хочется. Даже это все не успею съесть. Перезарядка. Тут у нас топливный бак. И все. А, это этот ходит. Даже не знаю, как его назвать. Похож на летучую мышь. Какую-то. Перезарядка. Ой, там турель, видела. Упс. Посмотрела прямо на меня. Хороший пистолетик, удобный. И подхилимся еще немножечко. Еще, ребята, меня беспокоит кислород. У меня кислорода с собой нету. Кислородных баллонов. Мы можем задохнуться, если не поторопимся. Там, наверное, роботы. Кто-то где-то топчется. Хотя нет, здесь еще одна дверь. Нет, роботиков лучше со снайперки все-таки выносить. Перезарядка. Снова пистолетные патроны, аж почти по 50 штук дает. Зарядка опять. Чем-то мне эта база напоминает все-таки фабрику, на которой мы с вами живем. Там такие же коридоры были. Есть сходство. Но фабрику было тяжело фармить из-за турелей, из-за тех больших пушек, которые находились прям внизу. Там просто кошмар какой-то был. Я чудом просто избежала этих пушек. Просто пробежала мимо них. Здесь хотя бы пока такого нету. Какие же тупые эти пулеметчики. Все, в меня уже консервы не лезут. Давайте-ка съедим прямо из моба. А остальные ему оставим. Консервочки. Я уже все, не могу. Есть эти консервы. Уже не лезут. Даже в инвентарь. Что у нас там? Турелек нету. Ну, я видела там еще одну дверь. Перезарядка. Даже две двери здесь.
Тут турель смотрит на нас. С другой стороны тоже турель смотрит на нас. Ах, кислородная станция, сейчас бы подышать. Какая-то крепкая турелька попалась. Почти две обоймы всадила. Ух ты! Заметила. Как же тебя вынести-то, а? Может, подальше отойти? Вытерпела. Снова лечимся. 45 аптечек, уже 44. Обалдеть. Тут можно ничего не крафтить. Просто захватывать эти базы, и все будет. А, там у нас лифт находится, скорее всего, вниз. А здесь контейнер. Так, секция лифта. Генератор воды, кислородный бак. Ну, в принципе, тоже барахло оставлю. Пойдемте в лифт, спустимся вниз. Где-то там должно быть ядро. Ничего себе! Три красных контейнера и один фиолетовый. Значит, здесь сердце базы должно находиться. Ну, вряд ли это будет так просто. Кто стреляет? Я не вижу. Где-то турель? Надо подлечиться. Не могу понять. Кто открыл по мне огонь? А вон она, все заметила. Сейчас успокоится. Зараза. Ладно, давайте потерпим. Есть. Ух ты, хп как мало осталось. Срочно лечимся. Лечимся и стоим, регенимся. Так, еще надо будет одну аптечку применить. И потихонечку выходим. По-любому здесь будет засада. Не одна турель, а несколько. Столько ценного лута. Не должно быть все так просто. Перезарядка. Так, что делать-то? Идти вперед или лучше спрыгнуть вниз? А вдруг там засада? Уже слышу, кто-то ходит. Я боюсь только турелек. А, это робот, я уже такого видела. Хорошо, что я не спрыгнула. Он меня отсюда не достанет, я надеюсь. Так, ну он спрятался под решетку. Хитрый так-то. Как же нам быть-то, а? Как его выманить? Что-то я не хочу к нему спускаться. Вон они, сладенькие контейнеры. 4 красных и 1 фиолетовый. Здесь нас что-то ждет. Что-то очень хорошее. Но спуститься, видимо, придется. Так, он здесь один. А вон спавнилка. Надо ее вынести. С пистолета достанем? Достанем. Ах вы твари такие, а! Бежим отсюда, только не упади. Пулеметчики вылезли, надо похилиться. Вот и засада называется. Гады, а? Откуда они только появились? Торопиться не будем, потихонечку. Не хочу здесь умирать. Еще раз аптечка. Там еще желтые контейнеры. И спавнилка. Так, робот, ты все еще здесь ходишь подо мной? Пытаешься меня достать? Так, ну ладно, давайте-ка перепрыгнем, попробуем перепрыгнуть на топливный бак. Ай, не получилось!
Блин, кто-то по мне палит так сильно. А вон ядро. Перезаряжай. Где-то там турель. Где-то здесь турель. Лечимся. Может быть, ядро уничтожим? Тогда турель будет не страшна. Давайте ядро уничтожим, раз есть такая возможность. Перезаряжайся. Тогда все отключится на базе. Есть. Ну-ка, выходим. А, это был пулеметчик. Скотина такая, а. Даже не один. Ух, все, снова аптечка. И кажется, мы базу захватили. Что там в роботе есть? Какой огромный, патрончики. Ядро реактора. В общем, берем все, что влезет. Снайперская винтовка. Нет, спасибо. Куча разных слитков. Возьму только лекарства. Большой конструктор не нужен. У нас есть расширенный. Здесь тоже слитки. Вот что мне интересно. Что находится вот в этих контейнерах? Сейчас, может быть, найдем себе какую-то пушку классную. Большой генератор К2. Гаубичная турель. Золотой слиток. Так, большой генератор. Возьму. Лазерный пистолет. У нас уже несколько таких было. И заряд для лазерного пистолета. Нет, оставлю. Золотой слиток. Аварийный конструктор. Барахло. Заряд для лазерной винтовки. И заряд для лазерного пистолета. Тоже не надо. Эпический пистолет мы с вами нашли. Давайте заменим. Этот нам не нужен теперь. Красота. Эпический пистолет. Неплохо. Если учесть то, что патронов у нас целая куча. Так, руда, слитки. Засказивый слиток. Стыковочный узел. У меня кислород, ребята, кончается. Надо выходить поскорее отсюда. Выбираться. Трансформатор. Вот вещь, кстати, тоже хорошая. Заменить бы. Вместо вот этих вот стеклянных панелек. Панелек. Так, здесь холодильник. Пулемет. Ракетная турель. Ну, судя по тому, что над ними квадратик синенький, то эти пушки идут на парящее судно. Вот и все. В белых контейнерах тоже всякая кака будет. А, малый кислородный баллон. Дышим. Дышим, дышим, дышим. И топливо забираю. Здорово, ребята. Можно теперь не торопиться. Все хорошо. Кислород я пополнила. Запас кислорода. И грибочки. Что ж я их таскаю? Давайте-ка один съедим. Отлечимся. А эти, наверное, оставлю все-таки. Аптечек просто у меня целая куча. Руда. И слитки с патронами. Как теперь отсюда выбраться? Надо же наверх запрыгнуть. Или здесь есть какой-то другой выход? А вот вижу лифт. Можно подняться по лифту. Так, где мой мультиинструмент? А ну да, не влазит уже все. И, ребятки, давайте на этом я буду с вами прощаться. Базу мы вынесли. Мне остается только вернуться к своему кораблю. И полетим уже на какую-нибудь другую планету. Всем пока-пока!